Твоя очередь. Одной меньше, дружище. Угу. Мне еще одну. А как насчет тебя? Ага, все так говорят. Но мне что-то уже хватит, пожалуй. Давай еще по одной и... Ага, у тебя и вправду получилось. Посох твой. Слушай, с тобой пить одно удовольствие. Я знаю, тут неподалеку. Эй, что-то ты неважно выглядишь. Просыпайся. Да-да, пора вставать, пьяное богохульное чудовище. Все ясно. Похоже, не помнишь. Ты, небось, даже не помнишь, как тебе удалось тут очутиться. Не говоря уже о несвязных криках про... А это значит, что ты не помнишь своего пьяного угара и осквернения храма грудами мусора. Я бы с радостью помогла тебе освежить память, но если ты поможешь мне убраться, а потом извинишься, может быть, я тебе и помогу. Я отказываюсь говорить... Дебелы учат нас любви и сочувствию. Убери все, извинись, и если мы поверим в твою искренность, то поможем тебе. Может быть. Приятно вновь с тобой увидеться. Ну, привет. Я отказываюсь говорить, пока ты не уберешь свой бардак. Ну, в твоем лице сюда ввалилось пьяное животное. В твоих бреднях ничего не разобрать было, но что-то там было о Рорикстеде. Тише. Ну, куда едем? Угу. Эй, ты!
Это ж сколько наглости на... Ах так! И имя Гледа тебе не оч... Вспоминай поскорей, не то сейчас как позову стражу. Мигом тебя ребра пересчитают. А то, никогда мне больше не видать такой козы чемпионки. И не думай даже возвращаться в Рорикстен, пока не заберешь ее у великана. Ладно, ладно. Что я от тебя слышал, в основном был пьяный бред. Но вот, все, больше ничего не знаю. Слушай, я, конечно, терпеливая, но за тобой должок, не забывай. Ой, а что случилось? Помолвка сорвалась? Слушай, да? Ну, мне прямо жаль. Я так ждала вашей свадьбы. По твоим словам, вы таких интересных гостей нас... Ну, оно же должно быть у твоей невесты. Неужто? И все это после такой романтической истории о встрече в роще ведьмин туман? Ясное дело, что она тебя бросила. Ладно, ладно. Да уж, трезвость тебе не... Церемония вроде должна была проходить в Морден. А твоим свидетелем должен был быть твой друг Сэм. Прощай.
день и ночь. А я что делаю? Ты работаешь в кузне. Зачем им нужно, чтобы я работал в кузне? Мы используем магию, а не оружие. Кто-нибудь есть? Мерзко воняет. Ты здесь, а я уж думал... Так я и думал, что ты и не вспомнишь, как тебе довелось побывать тут в первый раз.
У тебя была та еще ночка. А, перья ворожей и прочее. Можешь их выкинуть. Мне нужно было что-то такое, чтобы дать тебе стимул напиться и повеселиться. И у тебя это прекрасно получилось. Я уж сотню лет так не развлекался. Просто шутка. Да и дрический лорд разгола не занимается. Все начиналось как мелкая забава, признаю. Но вскоре я понял, что из тебя получится интерес. Да на здоровье. Но тебе, я думаю, пора идти. Нечего тебя тут Заходи, заходи. У нас теплая еда, теплое питье.